Да, я скрутил ее. Понятно, что это все интересно. Я не отговорю. Врач, то, что не смогли достать на диване. Мы как бы в замирании, но в то же время нагрузка идет. Это, да, Никита, такой? В драконах весь. 9. 10. Контроль поет. Всегда пугаются, говорят, Серегина, что там хрустит? Это просто, это просто я свое тело убил, а потом пришлось восстанавливать. Если бы я был шерняком, я бы спросил, что, брат, бороться будем? Мы уже начали бороться, нет? Держи, 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 держи. Держи. Поднял на бицепс, 5, 4, 3, 2, 1, поставил. Еще надо сжимать, как, знаешь, как медведи там с колодками борются. Поставил. Еще раз потом, 5, 4, 3, 2, 1, сжал, поднял руку уже над собой. Так же сжимаешь. Да, 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 сбоку ты сжимаешь. Грудь, спина, бух, живот. 5, 4, 4, терпи, терпи. Потом это же, Никитос. Потом это же надо, чтобы, короче, ну, на будущее, нам же не с Владимиром, ну, надо, чтобы, да, если мы доверили, да, кому-то проведение занятий. Все, видишь, что ты ходишь? Ну-ка, братан, пойдем к желтку, показал, что надо делать, вот он сидит, этот,
качает, желток. Поднял. Терпи. Все, терпи. Терпи, терпи, терпи. 5, 4, 3, 2, 1 поставил, только не бросай. Потом еще разок. Поднял, только 4 секунды уже. И вот сам для себя отыгрываешь. Спокойно, спокойно, только осанку держи. Что, парни, получается? Сейчас дальше будем. Попить? Попить и мыться в туалет. Да, 5 минут перерыв, попить и мыться в туалет. Или ты, Максим, меня спросил попить, чтобы я тебе кофе угостил? Нет. Все, я малышам кофе, нельзя. Вот Никите, Денису Владимировичу можно. Маме вашей можно. Потому что они взрослые. А так, конечно, не надо. Да, Только оно крепкое. И ледяное. И ледяное, да. Терпи, терпи. Терпи. Потом 3 секундочки, потом 2 секунды и потом 1 секунда. Здесь надо так. Это вообще без понятия. Попробуешь потом, да? Ну, там для всего, это многоопционально. А что больше? На самом деле, он из того пришел, он неудобный. Он неудобный, да, он какой-то вот какой такой, фиг его знает. Вот гири 20 килограмм, да, и поднимаешь, или там 32, она чувствуется весом, она прямится, а это С колесом до сих пор вопрос не решен. Непонятно, да? Совершенно непонятно. 150 килограмм должно быть в нем. Вот, по идее, вот это колесо указано, покрышка, ну не колесо, покрышка. Указанный вес там, ну, от 130 до 150 килограмм. Поднимается она, в принципе. Нормально. По ощущениям тяжелая. Но штанга 130 килограмм не так легко поднимается на 100 килограмм. Сделали? Давай, помогай. Правильно, легче будет. Просто здесь вообще 152 килограмма по горлу. Она просто отцентрована. Да, да. Дальше колесо. Просто здесь, мне еще кажется. А он, да, он правильно. А штангу у меня вот переваливает. Ну, кому-то легче штангу поднимать. А мне железо не нравится по еще. Вот это вот потеплее. Мне просто из-за нарушенного кровоснабжения у меня руки леденеют. Я беру, я даже гантельки беру, у меня бах. Это... Да, конечно, Никитос. Вообще. Для вас, для богатырей, это вообще не проблема. Это нам уже тяжело. Стена. Стена, а что, не стена подвинется? Стена, не стена подвинется. Нормалек, видишь, все. Нормально такое. Конечно. Только дышать надо, чтобы сознались, чтобы не вот так вот, знаешь, бег я видел, клювали. Как или я просто... сегодня набегал. Знаешь, поднимаешь, сейчас, прикол. Вот люди, бывает, поднимают так вот. Фух, просто он вообще отъезжает. Что случилось? Кислородное это асфиксия резкого удушения. Вот и все, мутного поймал, бах, полетел. Ну, из-за того, что вес тяжело поднимать, воздух набрал. Даже можно не из легких, смотри. И все, пошел. Попробуй. Задержи дыхание, подтяни 10 раз, потом выдохни. Или подтяни 5 раз, выдохни еще раз. Хочу еще раз. Сидел. Подтягивайся. Подышал просто. Подхожу, там запрыгнул на дыхание. Дышу, раз, подтягивай. Два, подтягивай. Раз. У меня уже поднимается. Все, потерялся. Меня поднимаешь, я чувствую, я
тебя будет подтягивать. Сделали все, красавчики, сейчас сюда перейдем. Отжимал. 20. Вот так. Давай, 20. Да, ваш уровень крутой уже. Подойди. Вы можете. Сюда, помнишь? Ставь. Давай. Пошел. 20. Молодец. Че, Димарик тоже? Сколько, Диман, как думаешь, вес? Я вообще ни с метражами, ни с весами вот этот, ну, особо не дружу, для меня тяжело понять. Сколько килограмм? 20? 10. 10? Диман, сколько здесь? Ну, много. Ты делаешь, может? 10 килограмм. Тоже 10? Тяжелее, но может. Гири тяжелее? Гири тяжелее, чем тот желток? Но тот желток ты двумя руками поднимал, а гирю одной. Так, а теперь так возьми легче. Гирю двумя руками вот так вот. Да, как желток. Нет, самое, вот как ты брал. Как ты желток раз. Брал, сбоку. Да. Вот. Все равно поднись, но погоди, аккуратно, руки, ноги. Он имел в виду тебе вот так. Только лучше сядь на коленке. Мне 15? Да. Все равно поднись, смотри, все равно поднись бьет. Ты сбоку ее возьми. Тяжело, да, смотри, сразу она плюс 10 килограмм добавляет. Ниже, Макс, ниже. Ниже. Максиму, да? Аккуратно, Никит. Максиму, давай 10 раз. Ниже, брат, ниже, Макс, ниже. Да. Да он? Ниже. Пробуй. Можно тогда мне тут делать? Ну ты-то должен быть примером для старшего брата. Семен, это же мы же для тебя это больше делаем. Он же старше. Ну и что, он старше, он сейчас на тебя посмотрит и тоже захочет гимнастику, только проявить умение гимнастики, может быть, в другом умении он это сделает. Никита, аккуратно, пожалуйста, братан. Семен, терпи. Хотя бы как... Ой, оставь, Максим, да, терпи. Давай, Семен. 15. Покажи. Я понял, как передерживать тебя. Набролили? Давай, аккуратно. Еще, Никита, знаешь, что можно сделать? Вот нам этот... Ложись на желток. Нет, смотри, спиной, да. Статично отсюда. Только Денис Владимирович тебя откатай, а то он сейчас тебя пропеллер сдует ветром, как будто он дует, а ты откатился. Надул, улетел. Ложись на спину. На уровень бедер. Желток на уровне бедер. Есть. Руки туда. Руки раскидывай туда. Куда? Я там руки поводжу. Да. Теперь смотри. Два раза, может быть, два раза по пять, но побольше. Никит, тебе сейчас надо. Нет, два раза по пять. Смотри, теперь ноги соедини вместе. Поднимай две ноги, просто поднимай. Нет, не перекатывайся, поднимай. Ага, не перекатывайся, постарайся чуть-чуть откатись назад. Ну, молодец, ладно, поднимай еще. Пять раз сделай. Сейчас отдохну чуть-чуть. Пять раз сделай. Во-во-во, вот так надо было поднимать. Понял, да, что? Смотри, с помощью этого упражнения ты должен понять, какие мышцы отвечают за движение ног. Это потом пригодится выходить в стойку на руках. Потому что многие не могут поднять ноги или удержать из-за того, что у нас нижняя часть живота, и вот здесь вот окружающие мышцы, оно просто не подготовлено. Мы их не чувствуем, мы не понимаем. Вот смотри, теперь опять лег и попробуй поднимать корпус. Ногами прилип, попробуй поднимать корпус. Поднимай корпус. А, вот, да. Без рук, сможешь без рук? Сделали? Молодцы. Сейчас, погоди. Еще. Сейчас поведешь брата. Семен, поведешь брата на подъемке и ворону. Самое интересное, самое простое. Надо уравновеситься на пузе, поднять руки и ноги. Вот так. На животе, на бедрах. Ручки
вперед. Сейчас поймай равновесие. Найди ту точку. Потом поймешь, как вырезать. Да. Ты потом поймешь, как вырезать будет. Да. Вытягивай руку вперед, сначала одну вытяни руку. Сейчас уравновесь. Мат постели, Сёма, мат постели. Ты постели сначала, потом поделай. Давай. Вот смотри, сейчас я тебе зафиксирую. Снимай тазик, кстати. Вот смотри, вот как только ты в горизонте руки выведешь вот сюда, под бедра, вот так получится. Снимаешь, когда здесь надо тебе равновесие. И напрячь все мышцы, да. Вот как только ты это сможешь сделать, вот тогда будет идеальный тот самый планш и прочее. То, к чему стремятся. Просто мы когда с Сергеем Сергеевичем, Дисом Владимировичем всякие штуки вам предлагаем, поделать, самоделки разные, чтобы вы руками это, ну, попробовали делать дома, может быть, какую-нибудь штукенцу, как у Вали, да, придумать. Над нами улыбается, да вот вы что там, откуда вы знаете, сейчас новые технологии, совершенно новые, гарантируют условия. На самом деле все новое, хорошо забытое старое. Пальчиком. Аккуратно, Никитос. Но я увидел. Не, можно вообще по-крутому сделать. Поднял? Сейчас я... Молодец, да. Опускай. Поднимай. У тебя мясо есть? Давай. Молодец. Доводи ее сюда, в области, да, пояса. Давай, и опять поднимай. Молодец. Теперь держись руками, ноги туда закидывай, делай переворот. Закидывай ноги. Молодец. И опять поднялся корпусом к ноги. Бак! Вылетел. Я вообще в шоке. Не, на нее ложись, на нее ляжь. Да, на нее ляжь и в натяжение. Я не знаю, просто руки, я ноги. Сначала первый раз спросил. Вперед. Держу. Поплыл куда-то. Молодец. И вот так надо загружаться, да, вот так надо потратить тренировку 2-3 часа на такие вещи, чтобы не только вы там мозоли ковыряли. Ну а сейчас смотри, Никит, если, например, допустим, горизонт условно, да, тебе сейчас... Тихо. Вот сейчас открати валик под коленки, на руках стоишь так же. Даже знаешь, какая подсказка? Нам, чтобы никуда не уехать, можно руками вот сюда упереться. То есть, прости, вот так. Оп! Да. И делаешь, пробуешь, раз, вернулся. Оп, вернулся. Как раз руки у тебя из этого вот этого щели никуда не убегут. И вернулся. Чувствуешь, да, далеко. Максим, надо помочь Семену, либо Семену, надо Максиму помочь обязательно. Я ему хочу. Поставь. Он тяжелый? А сам, пусть сам сделает. А у него самого получается? Тогда, значит, тебе надо погонять. Макс, Семену, иди сюда. Максим, завешивайся. Смотри, помогай. Давай, Семен, зависни. Смотри, как надо помогать. Ой, Максим, зависни. Семен, стой. Смотри, стой. Зависай. Ножки поднимай. Смотри, что надо делать. Ты зависни, повисни. Зависай. Ноги поднимай. Сейчас, подержись. Вот так тебе надо сделать. Ноги закидывай за голову. Да. И вот здесь надо взять помочь. Ой, аккуратно. Если не получается, Семен, смотри, берете мат. Берите мат вот сюда. Максим, смотри. Ты можешь здесь попроще сделать. Раз. Ножку поставить. Оп. Ну, потому что это просто, но ему надо тоже подготовиться. Либо пробуйте здесь. Чуя какая-то просто. Пробуйте. Но для кого-то это трудно. Надо поработать. Просто для кого-то это трудное упражнение. Для кого-то папа, да, ты вообще красавчик, конечно, и Максим красавчик, надо ему просто чуть-чуть побольше. Потренироваться немножко и все. Мама, смотри, конечно. Так, тоже так хочу. Давай попробуй. Серега, а где... Друг, маленькая, помнишь, была?
Шел ты? Пока садик делай, я с двумя руками. Да, я. А, ну, прям маленький вообще как нормальный. А вот смотри, вот это. Привязался. А, нужна? Не-не-не, у меня две есть. Не-не-не, я положу пока это. Я кое-что хотел попробовать. Конечно, попробуй, только маты поправить. Маты поправить. Ты должен точно быть над матами, ладно? Максим, парни, помните, да? Ваше здоровье – это ценность для всего народа. И вы умеете себя травмировать. Что, Никита, на 5-минутный виз хочешь сделать? Егор, ты нас удивишь? 5-минутный передний виз. А, ну все, ты с мамой напишешь. 10-минутный виз? Ё-моё, ну ты нас не шокируешь. Нервная система должна быть. Люди вот так вот понять не могут некоторые несколько минут. Ага. Здесь вот висеть. Да не, матрас задел. Петлю. Ну и плюс, Федюнь, Диманыч, пока может рано, а тебе вовремя.
смотри, какая штука. Это та же тема, только ты знаешь расстояние. То есть можно отыграть, как бы раз, почувствовать. И меняйте движение ногами, вытягивайте это в парные действия, да. Гимнастику надо искать разнообразие гимнастики во всем. От бытовых дел, мамке помочь там мусор вынести, какие-то продукты приобрести, до сверх идей защиты семьи, народа. Все, потянули. Потянули? Да. Теперь встаньте спиной друг к другу, таким же макаром, да. Через петли. Да. Ну, возьмите петли, прокрутите спиной друг к другу, поднимите руки вверх. Да. Шаг друг от друга отошли. Первый. Диман, делаешь прогиб полумостик, смотри на него. Есть, вернулся назад. Теперь Федя. Есть, вернулся назад. Еще, сейчас еще раз делай. И теперь Федюня. Теперь полшага отходите друг от друга. Полшага отходите. Ручки прямо. Вдвоем прогиб сделали. И еще отошли. Еще отошли. Вы должны смотреть друг на друга. Вы должны смотреть друг на друга. Не бойтесь. Я держу вас. Смотри, Федя, смотри. Я держу вас. Смотри на него, смотри. Видите? О, здорово, да? Молодцы. Все. Увидели, посмотрели. Молодцы. Ты что? Ты Джеки Джана кино не смотрел, что ли? А? Джеки Джан нам что сказал? Тренируйтесь, качайтесь. Так, ребятня, время 9. Ну давайте по последнему подходику. Убираем мата, да? Никита, ты еще нормально пока это. Ты же 18-летний. Федюн, тебе нет еще 18? Нет, я сейчас уже буду собираться. Все, лады. Давай, по последнему подходу и мат стелим, пожалуйста. Тебе, Никита, еще это можно. Если дома там нет никаких напрягов, если ты уроки сделал, домашку сделал. Нет? Домашку не задаю, домашку, что ли? Я в колледже. Не в колледжах не задай домашку задание? Нет? У нас даже в институте было домашнее задание. Там это просто ты не делаешь, да. А что, что-нибудь? Все на плане. Где Кирилл? А, ну он успевает все просто, да? Понял, что, Макс? Учится в среднем учебном, в среднетехническом специальном учебном заведении, домашку успевает сделать еще на уроке. Уровень, да, какой, смотри. Учитель только преподаватель диктует домашний, он уже его сделал, понимаешь, она только диктует. Прочитать параграф такой-то, он уже все знает. А, вот ты уже предчувствовал, да? Ну, нормально. Че, Максим, брату поможешь мать постелить? Семен, сейчас не торопись, сначала помнишь длинные маты, да? А, мама! Так, Денис Владимирович, помоги маме, чтобы она не сорвалась. Нет? Мама, да, не будет ничего прям сверхъестественного делать, да? Мама, ты нас не напугаешь? Нет. Нет, все, хорошо. Держишься крепко? Я рядом поставлю, ладно, все нормально, я рядом поставлю. Я знаю, но так все чисто, человечество должно быть. Да? Я не буду стараться даже, просто буду. Советовал бы кольцо снять. Чисто, уже из-за пальца. Ну ладно, один раз я посмотрю. Сейчас спокойно повесим. Ой, спокойно, да, повесим. Как офигеть. А, спокойно. А может, он скажет, что у меня... А, нет, до завтра не придумал. Да, сейчас не могу. Короче, если тоже что хочется это завтра, я не предъявляю, что я приду сделать. Ну, почти. Две ноги, смотри, коллег, не сгибай, две ноги туда за голову. Чисто, скольки. Мама, все, сейчас, да. Поможешь ей, подскажи. Да, еще чуть-чуть. Хватай, Серёнок. Чуть-чуть, потерпи. Я сейчас помогу, чуть-чуть. Давай, папа, ты давай с той стороны. Все, давайте, я потолкну. Макс, и с этой стороны, я стой, да. Максим, готов вам ей помогать? Давай. Макс, сейчас поможешь, все сделай. Еще одна минута. Давай. Сейчас поможем. Хитрый ход, это хитрый ход. Все, давай, да. Смотри, что надо задать. Так, как бы тебе придется. Здесь, знаешь, задача руками надо вот сюда прыгнуть. Смотри, что момент. Ноги делают, начинают ноги вот сюда поджимать. А тебе надо наоборот их распрямить. И таз вверх поднимать. Все, само движется. Макс, готов? Смотри на маму, поражайся. Давай, да. Взять колени руки сюда и чуть-чуть их выше. Да, нет, не падай. Падай. Эй, как
хлопнули, да, все? Все меня закинули. Я теперь не могу. Ура! Все, теперь там. А как ты сзади, да? Пил, перевал, делай, все. Что, Димай, Сидюнин, давайте масло за... Да, сейчас последний раз сделаем. Последний раз, давай. Каждый день, кроме воскресенья, Никитос, что, силы еще есть? Смотри, что можно сделать. Тоже из простого. Все знают. Почему? Какой завтра день недели? Четверг. Какой завтра день недели? Четверг. Четверг. Во сколько ты идешь? Четверг. Четверг 6. С 18 до 20. А, с 18 до 20. Да, с 6 до 8. Все, ой, а, да, с 6 до 8. Смотри. Раз, плечи как раз и под... растянул, отжался. Отжался. В идеале, конечно, вот как ты стоишь, вот так ее и поднимать. Но это... это настолько... должны быть мышцы у тебя собраны, чтобы это сделать. Кто-то в стойке на руках так делает. Отжимается. Плечики растянул, отжал, поднял. Молодец, на это же место примерно поставил. Да, поднял. Можешь еще раз отжаться, можешь поднять сразу. Молодец, отжался. Это я к тому, что очень много чем можно заняться, помимо непосредственно турников. Руки поздирали, не надо, как, например, Диман со солителем стилит было. Все, я сорвал на доли. Что же делать? Вот много чего можно поделать. Молодец. Ребятня, не балуйте, только Димарик. Ты лучше помогай. Да, расскажи ребятам, покажи, как надо правильно. Я рассказал тебе, Никитос, у нас с Денисом Владимировичем, со старшими ребятами, братам, которого Володя разжал. Мы отжимались на скорость, ну, по 30 секунд. Он отбил. Ложили мячик, ой, не мячик, сдутый, а шарик. Ну, такой, надувной. Сдутый, чтобы видно было касание. Не рукой, а этим проверяли. Он за 30 секунд делал 28 отжиманий. Смотри, скорость. Там что-то с чем-то. Но у него была же туха, два брата, у него старших, близнеца. Ну, над ним всегда там разные отцы, они над ним очень шутили очень много. Он был такой пухлый, он, знаешь, чем-то напоминает Артема Макушева, только пухлый он был. И вот где-то в 13 лет я его взял под опеку, как бы объяснить, что несколько братьев его там старших знал. Знал ребят, кто его братьев убили, понимаешь, я ему объяснял, что иногда того, кто обижает, он сам начинает от других издеваться, там какие-то вещи делать. И потом взрастили его реально в Витязя. Вот он из тех парней, кто просыпался, тренировались вместе, он говорит: «Серег, мне во сне снилось, как мы репетируем, тренируемся». То есть по много часов они саблями, крутили, били, бросали. Там подтягивался, отжимался, бился. Все было, все хорошо. Он прям, даже был такой момент, что он, представляешь, было мероприятие выездное, там разные ребята, общественные организации, там казачьи, там разные, много разных, да, типа гуляли такие были. Он всех, ну, кто захотел, побил одной рукой. Меня звали, подбегает ко мне парня, говорит, ну как мужчина, атаман там это. Он говорит: «Сел, успокой, Володя». Он говорит, ну просто одной рукой у него была варежки. Вот. И он просто одной рукой вот так вот это. Всем, кто с ним хотел хлестануться, говорит: «Парни, говорит, я как бы вас даже не вижу соперников». И потом пришлось вместе уже без варежек, там чего реально поволокло. То есть энергия, молодой парень, там 17-18 лет, а он 20-30 лет там ребят накидывал. Вот. Ну, очень выносливый, очень могучий. Ну, потом лямурные движения Никита вывели его с пути мужественного парня. Да. На эмоциях, на истериках он там повреждал людей из-за силы, да, когда это, например, он что-то со своей девушкой поругался, засомневался там и прочее. И вот это вот, ну, перло. А при такой силе... Стоп, нет! Не торопитесь, не торопитесь. Квадратик, Петь! Квадратик. Диман, квадратик. Петь, пока, да. А, ну это тоже можно длинный.
маленькая доза алкоголя его превратить.